Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока, следующая точка. F4 Junfen тонизирует как мужские, так и женские половые органы, либо активизирует, пробуждает их. Чаще всего данную точку можно использовать после 40 лет. Здесь подсказка практическая. Почему? Потому что после 40 энергетика идет на закат, и многие, как мужчины, так и женщины, жалуются на половую сферу. А именно что? Что ослабость, ослабленная она. Чтобы пробудить ее, данная точка вам в помощь. Но злоупотреблять данной точкой не следует, как мужчинам, так и женщинам. Почему? Дабы, скажем так, не активизировать чересчур эти органы, которые начнут давать о себе знать. Потому диагностика 12 миллионов будет более грамотная и продуктивная. Когда можно применять данную точку? При бесплодии можно работать с данной точкой? Да, можно. При сердечных заболеваниях матки можно работать с данной точки? Да, можно. Я отвлекусь, мы не показали, как проходит данный меридиан печени. И мы видим, как проходит его внутренняя часть, внутренний канал, который контролирует как мужские, так и женские половые органы. Прежде всего, обращайте внимание, как проходит меридиан в акупунктуре. И вы сразу увидите, за что он отвечает и какие функции он выполняет, какие органы он контролирует на своем пути. Можно использовать данную точку при полюции. Да, можно. При импотенции у мужчин. Да, можно. При нарушении менструального цикла у женщин. Да, можно. При болезнях полового члена мужчины. Можно работать с данной точкой. Да, можно. То есть при сердечных женских выделениях можно работать с данной точкой. Да, но при одном условии. Условие остается в том, что если диагностика 12 меридианов показала слабость, вялость, пониженную энергетику, данную точку вы тонизируете, тем самым что благоприятно воздействуете на всю мочеполовую систему, как у женского рода, так и у мужского. Спасибо за внимание.